Хей, йогай, с вами Шимки, и как я говорил, сегодня у нас будет мод. Или я не говорил, ну, не суть. Мод у нас будет Minecraft Lewis мод версия 1.0.1. Да-да-да. Так, у нас есть новый персонаж, это у нас Стив. У него есть крафт тейбл, короче, крафтовский стол. Погнали на харде, я думаю. Так, вот так у нас выглядит Стив. Здорово, Стив. Привет. Верстачок, это у него пассивка. Так, гравитационные слезки. Да, мы подобрали, он сразу изменился. Не. Давайте, может, тогда на новые предметы искать, реролить. Так, глазик. Ну, у него, в принципе, такие же статы, как и у нашего обычного Айзека. Да. Привет, ты что? Немножко. Это, знаете, как был на Стив квадратный, немного взял предметов, и он немного округлился. Это у нас все уже было. Блин, нужно еще магазин был. А хотя. Вот, блин, вот это прикольная вещь. А, ну замечу, что Стив не изменился. Хотя он подобрал предмет. Блин, сделали бы под каждого вот персонажа. Ну, под каждый. Вот каждый предмет для Стива. Чтоб он модельку не менял. Так, а ну-ка. Даунская шляпка. Остановка времени. Песочные часы. Фигня. Я посмотрел мод. Там, по идее, 45 предметов у нас должно быть новых. Про какой-то промежуточный. Ну, короче, разные у нас враги должны быть. Такие же, как у нас в самом Майнкрафте. Плюс при этом у нас должен быть босс. Босс это у нас дракон. Из обычных боссов, ну это крипер, понятное дело, зомби, скелеты, пауки. И должны быть типа зелья. Что-то я этого не наблюдаю. Хотя 45 новых предметов. Да, точно, что делает верстак? Вы, наверное, только что уже заметили, когда я подобрал монету... Выпала снова монета. Да, это такое может происходить. И это благодаря столику. Личинка. Это не личинка из Майнкрафта, не чешуйница. А что у нас на следующем канале? Эх, какой-то Рэмбо. Возвращаемся к нашему Стиву. Стиву. Блин, может Майнкрафт выиграть? Я помню, есть только одна серия про Майнкрафт, где я проходил карту и все. Блин, что-то ничего. Ах, стоять, давайте, может, Рилли еще в магазин забегать. Блин. Гвозди, слушайте, это тема. Блин, давайте, ладно, если снова выпадут, пойдем с гвоздями. Безглазый Стив. Буду юзать, короче, ключик в магазин, если будет магазин. Так, поехали. Почему вы так надо мной издеваетесь? Сука. Блять, хорошие предметы, но я не могу их взять, понимаете? Дело в том, что я хочу новые увидеть шмотки. Камон, 45 предметов, ладно. О! Мини-крафт. Врум-врум. Короче, это просто те... Шахтерская телега. И мы быстро бегаем. Окей, хоть. Ну, давайте так, хотя бы что-то новое, да? Врум, врум. Это, знаете, как Стив на минималках в Ламборджини сидит. Ламборджини на минималках. Так, Mongo Baby. Mongo Baby, Mongo Baby. Так, 4 уже минуты у нас идет. О! Привет, друг! Пожалуйста, не взрывайся! Ого, когда мы видели только что урон нам нанесли, у нас как звездочки были над головой. Разве в Майнкрафте были звездочки? Да ну нахуй. Пироман. Так, в магазине нихера нового. Now News. Что здесь? Опять это свиток, фуфлом.
Лофуфло. Ну, опа. Факел. А. И все? Нам типа дают мини-освещение, класс. Seems good, seems good. Так, дождливая точка. Так, сколько мы уже? Считайте, всего три предмета, да, увидели? Ну, я считаю, с верстаком. И одного врага нового, крипера. Походу, он будет находиться в секретках, либо типа того. Ладно, давайте, короче, берем предмет на урон и побежали. Может, новый... А, только один же новый босс. Надо до него еще дойти нужно. А для... Может, мне опять дадут глазик, а? Ребят, дайте, пожалуйста, глазик на 15 дэмэджа. Плиз. Лазер НГ. Лазер НГ. Ну, тоже неплохо. Ну, погнали. А, это который просто бегает. А, и стреляется, ладно. Ай! Ай, мразь! Ай, мразь! Ай, мразь! Мразь! Ай-яй! Ты чё издеваешься? Он издевается? Меня чуть не убили. Не, я все понял, все окей, релоуд. Релоуд. Они мне говорят, ищи все-таки предметы из Майнкрафта. Так, это... Быстрая бомба? Я не знаю на самом деле, как работает она. У меня один раз получилось, чтобы бомба побежала за врагом. Ух ты. А, а. Броня. Так. Так, мне было сказано, защита дается. Может, защита дается именно на дальней атаке? А ну-ка. О, да. Ну, тут, видите, тоже как бы шанс на эту фигню. Прикольно. Мне интересно зелье. Зелье у нас вместо чего? Еще тут должен быть NPC у нас. Это житель. Крипа! И главное, что он издает такой же звук, как в обычном Майнкрафте. GG. А, ну это хотя бы не обычная какашка, которая юзабельная. Это бомбы какашки. Дайте магазин. Пойди, может, то торговец должен быть в таверне? Таверна — это типа я магазин так называю. Сейчас я его так назвал, ладно. 20-20. Ну, сука, ну, пидорасы! Дайте мне... 20-20 тоже охерительная вещь. Плюс, если дамаг где-то еще найти. Замечу, сколько? 8 минут уже игры. А мы все еще пытаемся реролим и ищем предметы. Ладно. Давайте... Окей. Да-да-да-да-да. Все, мы находим... Тихо. Я думал, это магазин. Ладно, находим золотую комнату. Берем урон. Но главное, чтобы был больше единицы, либо единица. Зачем? Вот это одинаковые серии, да, где нам вот этой херней. Нафиг оно надо. Да. Пускай кто-то другой берет. Мы ж пф, не слабаки. Мы сейчас вон гриб возьмем. Так, ну, смывалка. Мне что-то теперь вообще не везет на предметы. Хера не дают. Давай, ради Майнкрафта дай мне вещь из Майнкрафта.
Ради Майнкрафта дай вещь из Майнкрафта. Черт, бэйбик пилюльный. Дайте мне чертов. О! Оно? Замечательный предмет. Бесполезность 1.03. Гравитационные слезы, мы вернулись к тому, к чему мы тогда и пришли в начале к серии, да? Значит, скоро должен быть урон. Пукалка феромонская. Блин, мне что-то не везет. Я говорил, дамаг больше одного. Пожалуйста, ну. О, а, как у нас Стив, да, выглядит? А, пускай будет слеза это, наверное. Гравитационный Стив. Так, у меня теперь скорость передвижения бы. И скорость полета. Да, мне нужен теперь урон. И желательно ядовитые слезки. Если это возможно. Типа следы от слез. Потому что это будет имба. А еще бы бримстоун найти. Было бы вообще чики-пуки. Засуньте руки в брюки. Сразу на хороший камень смотрим. Если есть. Может, дадут мне урон. О, да, да, давай. У кого сильнее гравитация, да? Умный такой. Рейка. Что, сразу к боссу? А, в принципе, а что мне искать? Ой-ё. Ну ладно, это не самый худший враг, но то, что он просто постоянно бегает. Я не помню, что синий делает. Да... О! О! Ух! Пронесло. Изи, изи, изи. Тихо, за мной не бегай. Пидым. Мне нужна теперь скорость. Взяли, испортили мне Стива. Ну зачем так делать? Зачем так делать? Скажите вы мне. Что вам Стивенс сделал? Да, его зовут Стивенс. Тихо. Революцион. Ха. Опа. У нас новая руда появилась, видите? Ну-ка. Может, изумруд дадут? Тирзап. Эмираль, здорово. Спектральные слезы, когда у меня и так она спектральная. Нихера, что я могу. Ха, пролетел сквозь какашки. Пролетел сквозь какашки и вселенную. Одну бомбу тратим, там еще одну получаем. Ой, тихо. Ну, смотрите, у нас руды появились. Скорее всего, еще можно поискать где-то. Там пистон. Ту даймон. Опа. Опа. Ага. Супер секретка. Очень важная секретка. Полезность 5 баллов. Так, монетка.
Золотую мы уже были. Золотую у нас там спектральная слеза, поэтому мы идем в боссу. Так сказать, быстро восстанавливаем упущенное время, которое мы потеряли. Не, мне бы, конечно, урона, потому что моя слеза не очень такая активная. Он сейчас умрет. И мне должны ад открыть. Адскую. Адскую. Сделку. Ну, плюс хил. Но я здесь ничего не буду брать, ну что, ради... А хотя полет. Нет. Полет тоже не хочу брать. Где революция? Мне не показывают революцию. Ну а здесь ничего такого не изменили. Здесь как было, так и осталось. X и X. Бля, вот это... Вот меня бесит X и X на вот таких вот раундах, потому что... Понимаете, есть шанс того, что я просираю. Даже не есть шанс, оно так и есть. Я просираю одну сделку. Я просто-напросто просираю одну сделку. Либо адскую, либо райскую. Зачем так делать? Зачем? За что? Просто за что? О-о-о-о, тише-тише-тише. Юные малыши. Я понимаю вашу агрессию, но увы. И ах! Ты должна сдохнуть, мразь. Увы, и ах, ты должна сдохнуть, мразь. Ключик, ключик, ключик. Монетку можно? Тише. Хорошо, что вот тут у меня скорость передвижения теперь есть. Теперь мне нужна скорость терзы. Ну, не терза сама, а скорость полета. То, что мои слезки не успевают. Ну, не слезки, ладно, слеза. Не успевает лететь. Ай. Ай. Давай, давай, давай. Блин, 4 урона. Это жопа. Это жопа и долго. Так, ну, босс. Так. Стариканцы. Clench, ignore damage. Change. Может, это урон, который типа на нас падает, да? Ignore damage. И как? Наверное, да. Я тогда возьму. А, у нас точно ж. Ой, подождите, а это значит, у нас должно быть эти две. У нас должно быть тогда, ребята, с вами. Две херни. Золотые комнаты две. Вот тварь. Вот тварина. А где урон? Урон! Урон! Он мне урон нанес. Он у меня с... Он же прыгнул на меня сверху. Почему мне урон нанесся? У меня теперь хикбокс изменился. А вот, допустим, я за... А, я задамажил, типа, принял урон чисто головой, да? Не, давайте искать тогда еще комнату. Вот. Хотя бы далеко идти не пришлось. Интересно, как это будет работать?
Ну, я думаю, я не испортил, да, ничего. Он, в принципе, летает так же, просто мне будет тяжелее его контролить. Ну да. Это потяжелее стало. И радиус у меня теперь ограничился. Полета слезы. Ну, замечу, зато теперь у меня он ускорился. В принципе, то, что я хотел. Нормально, нормально. Просто то, что я и хотел. Пес, он стал быстрым и неудобным. Но мы майнкрафтеры, то нам удобно все. Нам бедрок рукой неудобно ломать, а это нормально, это удобно. Еще терзап. Fire, fire, fire. Погнали. Let's go! Убивать. А там? Ай. Так, это у нас... Чё? Да, не-не-не, ребят, это... Лучше, короче, нужно было не брать. Теперь жопа проблема. Жопа проблемна. Во, во. Он хаотично кружится. Он хаотично кружится. Я не успеваю его контролить. Сложно, 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 сложно. А, это The Fool, да, была? Так. Fool's Heart. The Hierophant. Hierophant. Четыре бомбы, у меня как раз четыре. Так, ну я бомбы, заметьте, вернул. А хотя у меня пробела ж нету. Чё я прыгаю? Чё я прыгаю, если у меня пробела нету? О, золотой ключ. Сделаем так. Diamond. Забираю. Мега бум. Да, можно было взять.
достало. Давайте тогда я куплю таблетку. Так, это у нас последний? Нет. Таблетосы. Сердечком. Pretty fly. Pretty fly. Хаотичные слезы хуярят они по всем потолкам. Ахуй так. Это сложно. На самом деле это очень сложно, ребят. Потому что оно, видите, вот вращается, ты ее пытаешься передвинуть, она тоже в этот момент вращается. Челлендж, супер сложный челлендж. Ну как? Не очень сложно. Ох, пидорас. Изумруд, хороший камень. Ни хрена себе! Оху, times damage. Ерза. Манать, сколько всего. А это у нас Dark Depth один только. Answers. Гой, возьму зельешко. Зелюшка возьмем, зелюшка. Да ёлы-палы, тварь. Сори, батю тварь. Так, ну у меня хотя бы урон уже стал более-менее приличный. Ой. Как, блядь? Как попадать? Это за... Что, погнали? Замечу, что у меня эффект наложился. На 20 же, да? Так, а почему он не отображается? Но я внизу видел, как он взорвался, и все. На 20 секунд должен, по идее, быть. О, какулька призрачная. Почему ты призрачной стала? Или она всегда такой была? Я на стенах обосрала. Это всегда тогда так было? Я что-то не замечал этого. Так, бомбермена побежали тогда за картой. Телепорт. Бля. Бомба херовая. Я забыл, что бомбермен делает, потому я получил въебало. Тупой, я не могу за тобой следить и за врагом, понимаешь? Мне нужно, получается, делать сразу три вещи. Следить за врагом, следить за слезой и следить за собой. Very hard. Сложность на максималках. Так, все, у нас остается, получается, еще три этажа. Ну, вот смотрите, мы довольно быстро все это делаем. 17 минут прошло только.
Довольно все быстро происходит. Блин, но урон, конечно, я бы пожелал и получше. Уроном. Если слеза-то моя. Ну, замечу, хотя бы у меня слеза стала быстрее. Что я успеваю за врагом. За враг на меня бежит, и я успеваю. Так, готово, пилюла, которая не работает. Монстр, я понимаю. Вот почему я побежал в него? Что меня так зацепило в нем, что я к нему побежал? Тёмкаться. Варюга ты. Эй, варюга. Да ебать! Подсколопать. Так, секрет. Контроль-бомб. Полмагаз. Здорово. Ха-ха-ха-ха. Подождите, а у меня глаз не работает, я надеюсь. Зашибись вдвойне. Все это деньги. Ace of Diamonds. Там. Нужно было сюда лучше пойти. Ну ладно, хотя бы мы с вами избавились от крутилки этой. И мы можем свободно теперь передвигаться быстро. Ага. О, черт. Ух. Ух. Хилдаун. Угу, угу. Возьму. Еще возьму одну. Оно, походу, не работает теперь с моим этим. Вау. Ну, в принципе, магазинов больше у нас не будет. Да. Джара. Ера. Ну, Ера. А я, блин, не помню. Какие там еще, кажется, золото должно быть, да? Алмаз? Я имею в виду, если брать те руны. Айзек! Да, все. Теперь челленджа не будет никакого. Нам довольно поставить к врагу. И будет разносить его. Ой-ой-ой.
успел. Куда пойдем с Айзеком? Давайте, наверное, с Айзеком пойдем в ад. А, ребят? Пять бомб. Speed up. Speed up. Ох. Ха-ха-ха, повезти, повезти. Ладно, гоу это. Ой, тихо. Давай, 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 это мне уже не проблема. Ну, ладно, я собрал. Окей. Может, когда мы зайдем в сатану, вместо сатаны будет этот дракон? Эндер. Может, мы в эндер измерение попадем? Мейз. Вот оно, оно. Новое местечко. Новое местечко, уже новые враги пошли. Вот, вот, скажите, вот нахуя я бегу прямо во врага? Может, я думаю, то, что я есть снаряд свой? Это глупо. Тогда-то это в какой-то степени глупо. Я в плюсе. Хороший камень. Хороший камень. Бристер. Ноубэк. Во-во-во, из-за чего, из-за чего, из-за чего, на что я там наступил? Окей. Окей. Еще терзина. Down. Я не понимаю, Revolutions. Чё мне ничего не дает? Там еще должны быть из врагов пёсики. Что-то я пёсиков тоже не вижу. Так, бритва. Маме нож. О, ништяк. Классно. Поехали ниже. Пройдем этот Майнкрафт мы с вами. Крафт. Муникрафт. Армэп. Орбитал. I'm infested. Обожаю такие темные проулочки. Просто вы не знаете как и насколько. Блин, ну видите, здесь нету черного рынка. Жалко.
Жалко, что нету черного рынка. Так. Лючанский. А здесь еще попробую. Ой, хотя бы пятна здесь эти видны. Хотя бы видны пятна. Шипы. Тихо. Так, мы с вами Шбрай, да, пошли? Давайте смотреть хорошие камни. Я тут их не наблюдаю. Ладно, поедемте далее. О. Лучше бегать туда-сюда, а то мало ли сейчас рука с задержкой упадет. Вверх. Готово. Тут я что-то тоже хороших камней не наблюдаю. Ой. Блэк. Блэк. Бленк. Воу, тихо. Вот это опасно. Вот это уже все опасно. Опасность. Пятая точка. Опасность. Зажали. Блин, ну взяли меня, коцнули. Нахера так делать? Хилдаун. Орбитал. Speed up, animals room. Up, animals room. Лампа халя. Tears down. Классно. Я не пойму, почему они все просвечиваются. Нихера. Тебя, дружок, переклинило. Воу! Это наёбка века была. Это была наёбка века. Ладно. Мы за... Стойте, я ж в ад хотел. Фу, я чуть просто не пошел в рай. Ох, это было бы жопа сейчас. И у меня бы пригорело. Агрессивные жопы. Пошел на... Пошел нахуй! Тупые призраки! Тупые призраки! Там бримстоун. Бримстоун. В какой мы с тобой комнатке, слушай? Вот и труп. И легкий босс.
А вот ты, если бы не создавал своих этих пердушаков. О, бремствующие. Бремствующие призраки. О, хороший камень. Да. Не очень хороший камень. Плюс 2 хп. Возьму. А это плюс 2 ячейки, да, только? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, умирай. Так, где? Вижу. Пускай будет. Мне нужно еще 2 комнаты, да? И что ты мне сделаешь? Так, мне нужно будет еще в одну комнату зайти, чтобы у меня была активная лампочка. Блин, у меня революшн что-то не сработало. Оно вообще не работает. Нужно будет потом зайти навеки прочесть. Так, все, полетели. Плюс дамаг, считаете, у меня теперь. И увеличилась скорость. Такая же, какая, в принципе, была. Так, у меня теперь нету сердечек. Это сейчас пидорас вылетит. Отъебва! Изи! Изи разъебал! Вау! Всё. Остались ноги. Ладно, я думаю, этих малых нужно тоже уже убивать. Да. У меня хп очень мало. Хп мало. Pretty fly. Kill down. Что, может, пойдем сейчас? Ну, я думаю, сейчас залетим. А не, это сатана. Я думал, дракон будет. Настоящая концовка. Так, сколько у меня хп было? 3 хпшки, да, всего?
Ты замечаешь, что все чемпионского вида. Сразу смерть убиваем. Ой, блядь, здесь эти ебучие тролль-бомбы. Он по мне один раз коснул. Так. Раз чубрик. Только здесь нужно уже тогда поосторожнее ломать этих. Чтобы на дохера частей не было. То я перв что сломаю. Давай, давай, давай. Бедозная мразь, отстань от меня! Ух, все, теперь ты остался. А, теперь я понял, бомбы теперь начинают за ним бегать. Бегать, бегать, бегать. Встает отлично. Ай. Ай. Ну блин, сдохни! Какая ж ты мразь! У меня одно сердце осталось. Тихо. Мне осталось одно сердце. Ой, вот это, блядь, я не знаю, как ее нахуй проходить. Давай, давай, ну! Убей эту суку! О, наконец-то! У меня там просто было одно хп, я не знаю, потому что сколько? Три красных было и два синих. Меня они покоцали, то есть да, у меня было одно хп там. Я просто вытянул. Бомбы, спасибо вам. Бомбочки, спасибо.
Да, что-то нам вообще не сейчас попадали. Давайте, ладно, разберем мод. Что нам, в принципе, дали? А, новая руда у нас была, да? Новые камни с изумрудами. Три раза у меня изумруд выпал. Потом у нас была телега, факел. Вот непонятный листочек Revolution, что он дает и что он вообще делает. Моделька Стива есть. Так, потом мы увидели NPC, который, благодаря ему, я вот эту херь выкинул. Планету, типа. И взял... Ладно, хотя пускай и бесполезный предмет, но он меня спас от этой же хери. И у нас был враг, это Крипер. Поэтому как-то так. Может быть, я еще в следующий раз, когда там сыграю, может быть, посмотрим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.